Привет всем любителям Европки под номером 4. Давненько я ее не записывал, по крайней мере, мне так кажется. Так что мне придется немножечко потупить, а уже потом влиться в это буйство. Я думаю, вам стоит напомнить, что, наверное, вам несложно поставить лайк и подписаться перед самим роликом, уже потом его смотреть, ну или сделать это в конце. Так что я буду вам очень благодарен. Тут у нас немножко протестантов появилось, да, но в принципе средства располагают, что типа нормально, можешь перекрещивать. И вот не знаю. Я пока что не уверен, хочу ли я в протестантизм. Наверное, все-таки нет. Что это нам может дать особого? А что нам может дать католичество, тоже вопрос. Ох, не просто. В принципе, прикол католичества, наверное... во влиянии на Святейший Престол, но... даже не знаю. Как мы всю эту землю нашу французскую будем перекрещивать, я тоже не представляю. По-моему, будет намного проще дефаться от протестантизма вот так вот, своими силами. В принципе, все центры реформации, они в Германии будут. И как-то держать удар мы и так будем вполне себе. Так что давайте, а в какой у нас эта провинция? Да? В Западной Бургундии. Реально, в Западной Бургундии. Придется сделать территорию из нее, наверное. А мы национализировать не должны ничего, нет? Не понял. Уже национальная. А как это я сделал территорию? Нам ничего не нужно национализировать. Сложно понять. Так, местная эффективность. Возможно, кто-то там и вот отсюда еще можно это взять. Теолог, институты. Вот. А, кстати, институты. Точно, подождите. Институт, я вообще про институты забыл абсолютно. Что у нас по институтам? По институтам, ну, вроде пока неплохо. Неплохо по институтам, в принципе. Вот два в месяц, смотрите, тут. Сколько? Всего ничего. А сколько это стоит нам принять тут все дела? 1000. Солидно. Давайте немножко долгов возьмем, наверное. Нам же не жалко поскорее все это сделать. А потом уже не думать об этом совершенно. Бенч готово. Все равно мы в плюсике остаемся, да? И как бы будем копить потихонечку и отдавать это все. Как там у нас? Чё? А, точно. Эффективность миссионеров я хотел сделать, да? Миссионер, изменение престижа в год. Изменение лояльности духовенства на минус 5. Павская область. Ну что, берем? Нет. Минус 5. А зачем духовенство, в принципе, не понимаю. Сколько у нас максимум у духовенства? Я так понимаю, вот это нам снизит. Не вижу ниже 50, но в принципе не страшно. В принципе вообще не страшно. Давайте вот отменить. Что там отменить? Я что-то отменил, да? Может, я зря это сделал? Ладно. Если там был плюсик, значит, там должен быть плюсик. Что у нас тут? Итого у нас 17, а было 77, что ли. Ну, поехали. 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 Соперничество кончилось. Теперь не считает своим соперником. А мы все еще считаем ее соперником. Теперь не соперник Бургундия. Так, а кто у нас будет соперником? Если они Бургундия. Реально Бургундию нельзя. Ну, Арагон, смотрите, есть, да? Ну, Арагон так, Арагон. Что тут? 15? Ну, Арагон у нас того этого. В 15-м году у нас скоро кончится перемирие. И тогда мы уже как размахнем. Что не так? Как размахнемся уже? По захватам. Хочется мне вот этот кусочек отхапать. Ну, по крайней мере, Западную Бургундию-то забрать. И вот это, и вот эту провинцию. В принципе, я сейчас перечислил все, что на что у нас есть корочки. В принципе, все. Так, а что у нас по заданиям? Хочется углубиться. Нужно забрать вот это вот кусочек. В Тулоне верфи я поставил. Пикардия, вот это одна провинция, это я понимаю. Бретань, это я тоже понимаю. А у вас есть союзик с кем-то, Бретань? С Англией союзик. Тю, да вы чё? Вы серьезно, да? Ну, давайте я сейчас как сделаю. Знаете, что я сейчас сделаю? Шпионаж. Как сделаю? В принципе, Англия нам не страшна, по сути. По сути. Потому что мы... Ну, если она высадится, то и чё? Высадилась она. У нас тут коалиция. Страшна ли нам коалиция? Вот Бургундия считает, что как бы все. Все, убивать всех нужно, кромсать, крошить. Кто еще так считает? В принципе, Австрия. Ну, Австрия не так сильно считает. Кроме Бургундии и Бретани, ну, может быть, с Англией, никто не хочет в коалицию вступать. Даже Арагон как-то так себе... на это реагирует. О, кстати, точно, я забыл про наш флот абсолютно, который полностью разбит, посрамлен, все дела. Так, Барк, старый добрый Барк, защищает торговлю, наверное, в Бордо.
в Бордо. Стоит... А, нет, мы сначала денежки отдадим за... На... Ой, 700 нужно будет возвращать, да, 740. Мы сначала накопим, отдадим, а уже потом будем тратиться как-то все это делать, потому что, ну, думаю, это будет логично. Что у нас? Кстати, лимит армии солидный. Нет, армия это все-таки важна, армия все-таки нужна. Что, на 17 тысяч? Еще 17 тысяч. Это 11-4-2, 11-4-2, 13-2-2. Че, например, идея можно принять? Дисциплина на флоте. У-у-у, 35. Давайте примем. И теперь у нас туземцы не будут восставать. Е, бой. Кста, кста, по поводу колоний. Хочется выйти во Флориду. Во Флориду выйти хочется, да? В принципе, нам тут позволяет вот эта дистанция. А есть ли у нас задания какие-нибудь на вот это все дело? Ага, у нас именно задание на то, чтобы открыть Канаду, да? Колониальная экспансия в Бенчо, Карамандел, это не то. База Северной Америки. Ну, давайте, может, флот наш направим, чтобы они... Как бы нам в войнах сейчас ближних флот не... О, да, понимаю. Понимаю. Так, дружище, дружище. Хорошо, что у нас нету, как бы, беды с местами командующих и с очками. Потому что это было бы фиаско. Так, дружище... А ну-ка, смотри, ты сейчас идешь, и нам интересен, знаешь что? Что нам интересно? Карибское море, побережье, Северная Америка, Восточное побережье. Наверное, вот это? Атлантическое побережье Америки. Ну, давайте вот это попробуем сейчас направить их. Как у нас? Моряки имеются, как бы, тю, а прирост у нас еще больше, чем будет потребность. Ну, солидно, что. Самостоятельность колонии, отлично. Выслано меньшинство. Так, у нас имеются теперь солидные, солидные провки. Ну, тут у нас сколько? 16, тут у нас... Простите, 14. О, тю. Так, можно... Нет, пускай они сначала откроют, а потом мы уже что-нибудь там пошлем, да? Что нам нужно? Как-то там было в задании написано «База Северной Америки». В принципе, Северная Америка считается как и Карибы, что ли? Нет, это открыть. А базы и тут считаются. Тю, серьезно? Серьезно? Ну, а что, давайте. Давай. А если нас ничего не требует, то пускай. Отправить. В принципе, так, мне вопрос. Вот, допустим, Португалия открыла тут свою колониальную автономию. Прекрасно. Если мы сейчас 5 провинций захватим, колонизируем, имею в виду, то получится ли у нас тоже колониальная автономия? Вот это меня вопрос волнует, реально. Ну, Мартиник, сейчас будем... подчинять себе, да? Они автоматически перекрещиваются, вопросик. Ну да, все католики. О, восстание! Фу, серьезно? А, это у наших этих, ну, у бедолаг у наших. Придется им помогать. Кстати, при полной у нас поддержке армии у нас плюсик все равно идет. Это очень круто. Мне так кажется. Друзья, не в то время, не в том месте. Сосори, как бы, ничего личного. Просто бизнес. Это просто бизнес. Просто бизнес. Бенч готова. В принципе, уже можно пойти их захватывать, но можно еще и на вторую корочку сделать, на всякий случай, потому что коалиция как бы страшно. Ну вот успешное обращение, я даже вообще не заметил, как оно обратилось. Ну все четко, можно убрать из Западной Бургундии эдикт? Да, можно. Тю, солидно. Новая тех, плюс 25, все равно новая тех у нас доступна. Да, галера кок. Ну что, возьмем? Плюс 25 всего-навсего. А сколько у нас максимум? А у нас максимум 999. Ну ладно, можно покопить, в принципе. Куда нам спешить, ломя голову? Наши бравые колонисты эти, исследователи, прошу прощения, уже пошли, тут уже пришли, все за исследуют. Bay of Fundy. Солидно. Сейчас франко-канадцы-то возьмут все в руки себе. Наше побережье совершен рейд. Тунис. Пираты из Туниса, да? Туары. И что делать? Вот они, вот. Что они сказали? 18, 15. Что-то Тунис, я как-то не знаю. Военные техи, дипка у них 9, 8, 9, 9. Ой-ой, они так-то серьезные. Нам-то накостылять могут, да? У Франции такой флот, что не то, что Англия. Не то, что Англия. Тунис может ей накостылять. Что это такое? Восстание какое-то. Генуэзские дворяне. Поздравляем англичан с становлением англиканства. Поздравления мои. Они сразу перекрещены? О, нет, далеко не сразу. Четко. А у нас в Шотландии не... Это не перемирие, простите.
О, не союзик. Союзик. Тю, тогда мы сейчас перебросим быстренько армию в Шотландию. Тю, бэнч, бэнч. Чё, заломаем руки англичанам. Пу. Нормально. Что у вас по армии? 44 максимум, да? У нас 57. 57. То есть можно две армии на Англию, одну сюда. Пу. Ну что, неплохо. Неплохо. Правда, страшно, что будет у нас вот тут. Вот. Мне кажется, все как-то не очень хорошо будет, но... Как получится, в общем. У нас транспорт есть. С транспортом, что, с чем, но с транспортом у нас проблем вообще никаких нету. И вторую корочку на Британию мы уже сделали. Еще, сейчас ждем возвращения флота. Перебрасываем молодых людей вот сюда. И в Ирландию я планирую, да? Сразу две армии. И все. И будет все четко. Вот только вот Шотландия не согласится вступить в войну, да? Но не знаю, будет ли это проблема для нас, я серьезно не понимаю. И даже тут Шотландия. Что с Шотландией? Перемирие с Англией. А насколько у вас? Ну, 25-й год так-то. Что ж Шотландии сделали, боже, прости. Боже, храни короля Шотландии. Кто у вас, простите? Джеймс, храни короля. О, господи, тут флот уже тупо северный, это северное сияние смотрит. Ребят, возвращайтесь, пожалуйста. Уже родина требует, как бы. Серьезно, ребят. Это не хихи, не ха-ха. 5% всего. Думаю, можно взять техи по поводу тех. Смотрите, хопа, берем админку, берем дипку. И у нас еще остается вот это взять. И у нас как бы свободная ячейка. Что брать? Зачем вы меня спрашиваете? Я не понимаю. Количественные идеи. Ну, смысла мало. Если один на один, то в Европе мы тупо всех ломаем. Но не бывает такого, что один на один, правда ведь? Оборонительно ради боевого духа. С боевым духом у нас все и так alright, okay. Ну вот наступательно неплохо выглядит, да? И лимит имеется, и осадное умение, и дисциплина. И как бы и натиск приятная тоже, огневая мощь. С другой стороны, мы административные идеи ни одну не взяли. Экспансионные идеи. Как бы два колониста. А мы тут колонизируем. Да, все, экспансионные идеи, это точно. Все, все, все. Это как бы идея своего времени. Будучи мы в самом конце игры, я бы не взял эту игру. Точно, точно. А сейчас самое время. Правильно? Правильно. Так, что у нас, кто тут хочет к нам влиться? Бурбон. Бурбон хочет влиться к нам. Ну, что мы? А кто мы такие, чтобы его останавливать? Правильно, Бурбон? Сколько? Апрель? Значит, 3 года всего. Тю, Бурбон, ну, здоровье. О, ребята, как вам не везет, да? Серьезно, Англия все еще за вас, да? Эх, эх, эх. Как там флот себя чувствует? Шотландия? Не проблем. Мэри. Мэри наша королева. Ну и воентехи подоспели, да? Шиваше и новые у нас пушечки. Нам тут хотят дать, да? Шиваше мы меняем на черных рейтаров. У нас тут особо нету выбора. И это мы поменяем, знаете, на что? На бомбарды камнем. Или что? Да, давайте на бомбарды. Это что в обороне? Камнеметы, все. Наконец-то экспедиция завершена. Так, ребята, ребятки, ребятушки, ребята. Крепитесь, потому что сейчас будет жестко. Жестко. Давайте, знаете что? Новых полководцев сейчас наймем. Мы можем это сделать? А у нас нету этих очков. Сейчас чуть подкопим. И будем делать грязь. Как у нас король не старик, не этот, никто. 31 год, ну блин, не знаю. Как бы у нас принц такой себе, прям скажем, посредственность, сама посредственность. Ну блин, не знаю. Думаю, лучше не в Ирландию высадиться, а прям сюда, потому что, ну что, нас тут заблокируют и все. А кстати, тут нету две провинции рядышком, чтобы нас не блокировали ни в каком случае. Так что Ирландия как бы наш выбор, хотя бы так. Или только одну армию оставить, хотя тут с другой стороны 31 тысяча. Вот это выбор у меня, да, Нормас? Ребята, можете мне, пожалуйста, проход войск дать? Ага, понятно, можем только так сделать, да? Ну хорошо. И вот проблема. Пересаживать ли вторую армию? Думаю, блин, стоит. А что, если на нас высадится? Я ссу. А да, я имею право поссать. Серьезно, кстати, мы можем немножечко отдать долгов. Бенч готово. Не, все-таки давайте высадим и вторую армию тоже, потому что, ну, это не вариант. Не вариант. Новый генералчик. Сюда. О. Вы сколько? На одну звездочку оцениваете, да? Огневая мощь, маневренность и как бы осадка 0. Ну, то, что нужно. Ну что, бойцы, солдатики, вы мои.
Пришло время сразиться еще раз с нашим древнейшим противником Англией. Победили мы в Столетней войне, но тем не менее у нас еще остается некие... Что? Под влиянием Англии, понятно. Давайте сохраняемся. Вот так вот делаем. Viva la France. Vive la France. Ага, vive, да. Да-да, viva, прям сейчас viva. Торговец, пожалуйста, не мельтеши. Лучше поживи здесь пока что, пока есть у тебя возможность пожить. Даже не сюда, вот сюда. И 1 октября 1518 года мы атакуем Бретань. За Арборн мы, наверное, сейчас повоюем. Ребятки, тут готов. Подожди, а где? Где ваш полководец, прости? Он помер вообще, да? Видимо, да. Так что делаем вот так вот. Наем генерала. Блин, у вас посолиднее так-то мужичок. Осада 2 хотя бы есть, натиск. Ну, солидный мужик, хотя на одну звездочку оценит его почему-то. Ну что, все готовы? 3, 2, 18. Бенч, готово. Так. Ребята, ну вы сразу откисаете. Так, а вы, пацаны, вы идете сюда, ищите 31 тысячу противника. Ищите. Вот она. Бегите, просто со всех ноженек, просто как, не знаю кто. Бежите, не осетесь просто, невероятно не осетесь. Так, вот сюда, тихо. Ждем замочек. Хопа, замочек поймали замочек, сюда. Так, готовы. Все, 2 звезды генерал. Инч. Убили их, солидно, хорошо. Так, сидим, осаждаем этим. Земли, так, подожди, отмена, так, тебя, а что тут, и в Дезмонте что-то есть, ну ладно. Так, все, ребята, вы откисайте, вы сидите, атакуете, ты у нас как себя чувствуешь? А, нас этим ребятки помогают, ну все солидно, все вроде неплохо начинается. Так, можно и этих ребяток наполовинку и пойти там смотреть, что там, как там. Если что, на подходе мы заметим их и отбежим. В принципе, Триконе, вот этот, блин, присоединился к ним и все. Почему, не знаю, присоединился. Ой, Триконе, ну куда ты пошел, дружище? Ну серьезно, пошел куда-то. Ну, на здоровье, что иди. Осада завершилась, Армор. Так, ну Бретань просто откисла. О чем я и говорил, кстати. Пойдемте посмотрим, как там. Ирландия стабильно захвачена, просто стабильно. Давайте вот так вот встанем, если что, рядышком с нашей основной армией. Так, как там себя чувствуешь? Англичане, да? Англиканцы. Англиканство приняли. Тю, вообще. Откисаем, молодые люди. Хэнч. Процентик дали. Так, как там в Ирландии? Сейчас мы захватим ирландский этот. И будет все. Опа, поехали, ребятки. Поехали, погнали наших городских. Хопа, солидно. Так, собираемся в одну армию. 27 тысяч, 37 тысяч. Плюс 4. А у нас 18 и 18. 20... 30... Кто? 36... Нет? Я правильно считаю? 36 у нас тысяч, ну, учитывая то, что у нас упор на и типа и техи разные есть, в принципе, мы можем их разваливать. В теории. Можем вот так вот пойти. Подожди, сейчас. И ты на подсосе будешь стоять охранять. Так, подожди. Тихо, на подсосике стоишь, охраняешь. Так, солидно. Так, вы, ребята, вы куда? Так, вы в атаку поехали. Так, как вы себя думаете? Как себя чувствуете? Вот так, чувствуешься? Не чувствует так, хорошо. Что делать? Нужно как-то сейчас выкручиваться. Никто не хочет, никакая Шотландия. А, у них перемирие, как они захотят. И мы ничего перебросить сейчас не сможем, естественно. Естественно, мы не сможем сейчас ничего перебросить, да? 36 тысяч у них сейчас, да? Попробуем сейчас стать в крепости пооткисать. Чуть-чуть. Ага, можно позахватывать вот этих, подхватывать. Так, ребята, вот так вот. А у вас минус будет? Вопрос. Будет минус, да? Плохо. Ну ладно, сейчас подлетим к ребяткам. Ага, вот они уже поехали шакалы на нас. Подожди. Как вы себя чувствуете? Ага, поехали, все. Мы не с минусом, мы еще подмога, все, развалили. Хю, стабильно разваливаем англичан. Сосамбо. Англичане сосамбо. Лозунг войны начала 16 века. Англичане сосамбо. Известный лозунг, как вы, что вы не слышали? Серьезно? Ну, ребята, историю надо знать.
Ну, в принципе, мы в Англию-то не переберемся ни в коем случае так-то, по сути. И мы будем тут откисать. Но я, в принципе... Ребят, вы серьезно? Вы как себя чувствуете? Жар, может, головные боли? Нет? Ну, хорошо. Так, вы, ребятки, тут откисаете, а вы, наверное, пойдете сюда позахватываете. Так, так. Интеграция — долгий процесс. Спасибо, Бурбон, за хорошую службу. Помним о тебе всегда. Коалиция. Коалиция даже не собирает. Даже Бургундия не вступает в коалицию. Как вы себя чувствуете, ребятки? 3000. 3000. 3000 нормально, кстати, себя чувствуют. Могут стоять на одном месте. Хм, неплохо. В Париж сходите. Поотдыхайте. А сколько у нас тут? 31 тысяча. А, так, мы сможем сейчас прибавить их к основной армии. Будет, но солидная такая полк. Армейка такая. Пу. Национальная идея, кстати. Национальная идея. Ну, что у нас тут? Админка? А, админка у нас 100%. Как бы плюс 110. Ну что, новый этот колонист имеется у нас. Давайте. Давайте его перебросим вот сюда. Валонцы. 3, 4, 3, 3, 3, да? Давайте тогда вот этих ребят, гасконцев, пошлем сюда. Ну что, будем поближе? Сколько у нас будет провинций? Раз, два, три, четыре. Еще одну нужно будет для пяти. По-моему, с пяти вот такие автономии появляются, с пяти провинций. Как с парами Англия? Ну, Англия еще что-то имеет. 31 тысячу имеет, 7, о, 3 говорю. Ну, в принципе, только Англия имеет тут армию, только у нее осталось. Осада завершена. 52%. Как вы себя чувствуете? Очень бы хотелось сюда перебраться, но как я могу это сделать? Как я могу себе такое позволить? Да никак не могу. Так. Просто если бы я встал в какую-нибудь вот сюда, допустим, и сюда, то эта армия тут была бы заперта, а одну бы армию тупо развалили бы. So smart, so smart. Так, как вы себя чувствуете? Все еще не хотите, да? Длительность войны. Ну все, посидим, поотдыхаем, что? Пограбим Ирландию. Вот тут еще не пограбили мы достаточно, да? Ну, пойдемте пограбим. Как у нас флот? Флот у нас тупо откисает, да? А 10 линейных кораблей, да, флот откисает. Вопрос как бы подтверждаю. Еще новую военку нам дали. Обшивка медью, потери истощения на море, да? А что у нас? Золотой век? Золотой век нам что-то плюсик дает, да? Круто. Круто. А это что такое нам? Укрепление Вабана. Содержание крепости. Ну, прикольно. Знаменитые французские укрепления. Линии Мажино. Все дела. Стоимость стабильности. Ну, к еретикам нам ничего не нужно. Эффективность миссионеров. Эффективность миссионеров, вот, пожалуйста. Тоже прикольная штука. Как там с еретиками? О, все отлично. Все отлично с еретиками. Угу. Так, уже пограбили, да? Нормас. Пойдем дальше грабить. А, вот тут вот. Вот тут еще не пограблено нормально. Все, исправимся сейчас. Как там? Пограбили. Хорошо, сюда. Не знаю, повышать ли это проценты, но пускай что. Денежки. Что? Какая? Ничего себе! Вот это я проглядел! А, ребята, помогите мне, пожалуйста! Тут двузвездочный генерал. Но зато на нашей этой провинции, крепости стоит. Откисайте, ребята. Откис, полностью откисайте, абсолютно. Ребята, помогите, пожалуйста, я сейчас умру. Помогите! Ты на последних тупо щах! И добиваем молодых людей. Все. Ничего не буду говорить. Или буду, подожди. Сюда. 5%. Ху, солидно. Солидно. Как там? Что-то пропустил все эти высадки. Ну, сейчас на высадках мы и победим. Тупо за счет них, да? Так, 63%. Как у вас дела? Англия уже не хочет воевать, а ты все еще. Англия. Оу, мама мия. А вы ни на что не согласитесь, да? Не согласятся, смотрите, важные такие. А не, что это такое? Оу, щит, оу, щит. Мы хотим ваши колонии. Мсье. Мсье. Мсье, я хочу ваши колонии. Серьезно? Колумбия? Колумбия. Так, хочется еще их повалить немножечко. Очень хочется. Подожди, английская Колумбия. Это уже... Нет, это...
Это понятно. Это только они, только Того колонизируют. Понятно, понятно. Только три эти уже самостоятельные, так понимаю. Ну, а зачем нам тогда это нужно? Ну, что сюда? Мы никого сюда не пошлем. Там они загнутся и все. Ну, Ирландию они не отдадут 100%. О, кстати, это кто? Гельские сепаратисты. А у них есть армия на подавление? Есть. Но... Нет, я хочу еще подождать. Это все выглядит интересно очень. Тот редкий момент, когда война не пахнет говном. Редкий. А, гельские сепаратисты. Это понятно. Гельские, это сейчас Шотландия сама сейчас делов наделает. Или не наделает. Или наделает. Или нет. Или да. Эх, была бы возможность, я бы их поддержал. Но, как бы, со сори. Тут проливчик небольшой есть. Да. Как у вас с высадками, нет? Ничего. А, 17 тысяч, понятно, 18 тысяч. Ребят, вы не хотите сюда перейти? Не хотите? Но даже бедным шотландцам ничего нельзя вернуть, получается, да? Очень жалко. Зато можно выделить новые державы, смотрите, да? Королевство островов. Ну, Мэн. Мэн, он же Мэн. Оффали. Ленстер, смотрите. Прикол, да? Ну, давайте Мэн, он же Ман. И денежек нам, пожалуйста. Спасибо. А Мэн, это вообще ценная провинция, скажите мне. Один, ну, понятно, неценная. Ладно, тогда просто денежек нам дадите, хорошо? Очистить. 700 монет. Тю, понимаю. А репарации? А ну-ка. И денежки. Давайте так, репарации у них, наверное, будут жесткие. Поэтому вот так. Ну что, Бретань? Прости, прощай. Опа. Опа. Оп. Аморе, аморе. Фу. Так. Что нам сейчас скажут? Бретань. Мы долгое время намекали, как бретонским правителям стоит вести себя по отношению к Франции, но герцоги делают вид, что не замечают этого и избегают правильных отношений с французской короной. Мы должны покорить их раз и навсегда. Готово. Дипачки плюс. Брестские верфи. Это где? Это вот тут прямо. Брест занимает выгодно-стратегическое положение на Атлантическом побережье. Мы должны построить там верфь, сделать ее главной базой нашего Атлантического флота. Ну давайте, давайте верфь. Давайте верфь, давайте, давайте, что, давайте. Где верфь можно построить? Док, верфь, пожалуйста. А потом, что тут у нас? Национализировать все. О, лимит управления, вот это прикол. Вот это да. Так, а можно мне возвратить на нашу эту армию? Может быть, может вернуть их домой? Нет? Может быть, немножечко снизить вот это? Может, немножечко снизить вот это? Итого у нас плюсик 18. Хи-хи-хи-хи-хи. Солидно. Ну, все вассалы просто боготворят нас, как мы видим, да? Просто огонь. Так, а у нас истекло перемирие с этими молодыми людьми. Так что нужно работать. Нужно, сейчас нужно возвращать пацанов и работать с этим. Так, пожалуйста, мне можно развивать. Ну, сейчас мы так будем видеть. Десяточка сюда. Тунис? Тунис, отдыхай. На здоровье, Тунис. Вот такая вот у нас вышла серийка. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Ну и пишите комментарии, наверное. На этом все. Как-то...